Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт». На стихи замечательной поэтессы Веронии Шумиловой. Композиция называется «Какие грустные часы и минуты». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Жившая поэзия». Какие грустные часы, минуты, и сердце прячет радости свои, и ваши строчки прячет почему-то, и светлые любви, и ваши строчки прячет почему-то, и светлые страницы о любви, любви красивой и неповторимой, любви такой, который путь на трон. Я была еще с утра счастливой, но вдруг звонок и растревожил он. Там горе злое, радости все мимо, они ушли, оставив боль и грусть. Мне бы другой сейчас необходимо, и не подумать, не мое и пусть. Мне бы другой и не подумай, не мою и пусть. Мне надо спрятать счастье в горькой нише, взволно на сердце и творить ты тише, моя маленькая тише. Нам надо, как всегда, поговорить, и слушая больные речи, тревожится комочек заперти. Какой же трудный этот зимний вечер, но мне его никак не обойти. Какой же трудный этот зимний вечер, но в него никак не обойти. Какие грустные часы и минуты, и сердце прячет радости свои, и ваши строчки прячет почему-то, и светлые страницы любви, и ваши строчки прячет почему-то, и светлые страницы о любви. И
ваши строчки прячет почему-то и светлые страницы о любви. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Помощ. Музыкальная композиция «Экспромт романс. Какие грустные часы и минуты». Стихи Вероны Шумиловой, музыка исполнения Самуила Фромовича.